і сестри, у нас раді сьогодні, наш єпіскоп Сергій в нас, і йому слово. Бог приготовив слово через нього. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу, Богу, Спасителю! Слава Искупителю роду человеческого! За все ему благодарность и хвала! Я Богу благодарен, что сегодня вновь могу быть здесь, с вами, вместе, разделить радость. Правда, сегодня я уезжаю в Харьков и буду там, в Харькове, эти дни. И там диакон Роман трудится уже, готовится там собрание, служение. Церковь наша рождается там, в Харькове, и мне надо быть там в эти дни будет. И я прошу за Романа молиться, за наших братьев, сестер в Харькове. Я думаю, они будут приезжать сюда, в Киев, и мы будем общаться. Но записи и фотографии буду показывать вам по приезду сюда уже. Буду пересылать, стараться эти фотографии, чтобы вы видели братьев, наших сестер тоже, и молились за них, тоже благословляли их. Эти служения и фотографии с этих служений, с Киева, я привезу, конечно, в Харьков, покажу. Благословен ты, Бог наш, Отец наш, сущий на небесах. Благодарность и хвала тебе, Господи. Боже всемогущий, ты собрал нас вместе, как птица птенцов своих, как отец своих сыновей и дочерей. Собрал под своим святым покровом, Боже. Благодарность тебе, Господь, за любовь твою, за этот день святой сегодня, Господь, когда, Боже, миллионы и миллионы христиан, Господь, просят прощения и прощают. Господь, я благодарен Тебе за то, что в году, в календарном году, есть такой день, когда даже те, кто не думает о прощении, даже те, кто и не задумывается, может быть, о том, чтобы простить или попросить прощения, но, Господь, сегодня вспоминают, что надо просить прощения. И у Тебя, Господь, и у людей, и надо примиряться, Господь, и прощать. Бог всемогущий, благослови сегодня нас. Благослови сегодня нас в этом служении. Я благодарен Тебе, Господь, за Твое прощение, за милость Твою, Господь. И как Ты прощаешь нас, Господь, помоги нам простить других людей, Боже. И как в молебне там было сказано, по Твоей великой заповеди любви, Господь, учи нас молиться и благословлять, и любить, Господь, действительно, не только друзей наших, не только тех, кто добро нам делает, но и врагов наших, и благословлять, и прощать. По богатой Твоей милости, Господь, сегодня благослови нас. И благослови нашу землю сегодня прощением. Мы нуждаемся сегодня в прощении Твоем, Господь. Мы нуждаемся в милости Твоей, Господь. Сегодня Киев нуждается в милости Твоей. Сегодня, Господь, вся Украина нуждается в милости Твоей, Господь. В Твоем прощении, от Тебя прощение. Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы простить, Господь. Если кто кого еще не простил, Боже, может Господь сегодня Духом Святым Твоим, Господь, некоторые из нас увидят, Господь, и каждому из нас укажи, Боже, в чем еще, может, какое непрощение есть в нас, в нашей жизни, в наших судьбах. По Слову Твоему мы молимся, Господь, потому что Ты говорил, простите и простится вам. Бог всемогущий, мы действительно прощаем, Боже, потому что Ты прощаешь нас. Благослови нас, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за моих братьев и сестер, за всех присутствующих, Господь. Кого Твой Дух Святой сегодня сподобил быть здесь в собрании, Господь, в этом богослужении, в этом молебне. Бог всемогущий, благослови каждого из нас, Боже. Я верю, что есть Твой промысел о каждом из нас. Есть, Господь, Твоя, Боже, удивительная предыстория каждого из нас. Ты, Господь, приготовил что-то сегодня для нас, для каждого из нас. Ты приготовил, Господь, особую милость свою, прощение свое, Господь. Приготовил благодать свою. Благослови нас, Господь. И пусть никто из нас, уходя отсюда, Господь, не уйдет пустым, Боже, не наполненным Тобою. Пусть, Господь, каждый из нас будет наполнен Тобою, Господь, милостью Твоею во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, слава Богу, Тебе, Спасителю. Слава навеки Богу Святому. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные братья, сестры. Слава Богу. Церковь Христа Спасителя. Церковь Господа Бога Живого. Приветствую всех вас, дорогие друзья, возлюбленные, братья, сестры. И я очень Богу благодарен, что сегодняшний день я могу быть здесь с вами.
в то воскресенье проповедовал здесь, и в это воскресенье снова я здесь, слава Богу. Потому как последние вот эти вот годы, получается, все в поездках разных, городах, разных странах даже. Но надо дома бывать чаще. Слава Богу. Да, и знаете, друзья, скажу, что сегодня, как в молитве я уже сказал, особый день. Может, кто знает, не знает, кто, может, насколько знает, как бы, не во всем. Но сегодня день, называемый прощенным воскресеньем. Прощенное воскресенье. Особый день, особое послание этого дня, о котором хотел я как раз поговорить с вами. И, знаете, и помолиться. Помолиться за вас, благословить вас, благословить и простить, и попросить прощения. Это очень святое, это очень важное переживание. И, знаете, в миру считается порой, что простить прощение — это как бы стыдно. А в миру считается так, что это как бы унизительно. Знаете, это ниже достоинства порой считают некоторые люди, просить прощения. Вот, но, или прощать, очень многие люди не могут прощать. И даже среди верующих не так много людей, которые могут прощать действительно на 100%. И просить прощения. Этому надо учиться, это школа всей жизни. Знаете, некоторые думают, что раз попросил прощения, и все, у Бога, допустим, да. Вот, раз попросил прощения у человека, и все. Но не все так просто, не все так, знаете ли, и гладко, как вот порой в теории хорошо выглядит. Милость Господня к нам, друзья, сегодня вот велика. Как вот вспомним о том разбойнике, который попросил, по сути, прощения. Он признал свою вину, он признал, что он виновен, что он по делам своим, по грехам своим получил достойное. И он попросил Господа нашего, чтобы Иисус его вспомнил в Царстве Своем. Иисус, он не стал его укорять, и без того человеку было плохо, и без того ему было очень тяжело. Он не стал ему еще больнее делать и напоминать ему о его злодеяниях, что он разбойник, что он осужден справедливо. Действительно, тот человек уже и так это понял, осознал, и он это признал. Господь наш сказал лишь ему, что ныне же будешь со мной в раю. Знаете, вот самые важные слова. И разбойник тут ушел в рай. В православной традиции его называют еще, этого разбойника, часто разбойником благоразумным. Во время поста, кстати, часто о нем есть песнопение и вспоминают: разбойник благоразумный. То есть тот, который на кресте признал Господа, увидел в нем Спасителя. И хотя Иисус был совершенно без вида и величия, если в земной жизни действительно мало кто замечал его, будем так говорить, то уже там действительно не было ни вида, ни величия абсолютно. Но в таком же страдающем, как и он, разбойник разглядел удивительную личность Спасителя. А почему? Потому он признал, что мы по грехам своим получаем, по делам своим достойные, а он ни за что страдает. Действительно, ни за что страдает. И, знаете ли, само страдание, оно, которое Иисус совершал, оно открыло в нем сердце. Второй разбойник, нет, не покаялся. Потому как написано, что они хулили Бога. Они хулили Господа, значит, но один из них, он покаялся, а о другом ничего не говорится доброго, к сожалению. Видите ли, два человека, два страдальца, да, возле Христа, но один на небо открыл себе дорогу, а другой лишь преисподнюю. Вот в чем ужас, как бы. И тем разбойникам не надо было многое понять, им надо было просто осознать, что они по делам своим принимают достойные, как грешники. То есть признать свои грехи, проще говоря, и призвать имя Господа, призвать имя Иисуса Христа, уверовать, что Он страдает ни за что, и за нас страдает. Знаете ли, и для них не надо было больше, как бы, чего знать, они, их уже часы были сочтены жизни. Но для тех, кто кается, и потом, не все же мы умираем, знаете, после покаяния мы живем, вот для тех необходимо еще спасение это совершить в своей жизни. И не потерять вот это, как Лютер говорил, Мартин Лютер, вот именно покаяние это, как жизнь, покаяние как жизнь. То есть, действительно, чтобы сердце наше не было ожесточенным, потому что когда мы не прощаем и не просим прощения, то мы даже сами того не замечаем, как черствеем, внутри нас что-то каменеет.
наше сердце, наша духовная вот эта сущность. Но когда мы просим прощения, когда мы у Бога просим прощения, да, у людей на свет выявляем, то это очень хорошо, наше сердце размягчается. Знаете, есть такая очень красивая традиция, в молитвословах она сохраняется, эта традиция, интересная очень. Каждодневное исповедание грехов называется. Когда человек, он действительно, уходя на ночь, засыпая, он исповедует грехи свои, вспоминает прожитый день, как бы, и приносит покаяние. Очень хорошо, когда человек это совершает не один даже, а хорошо, когда, допустим, в семье, когда, допустим, дети перед родителями, да, родители перед детьми, в течение дня возможны какие-то были конфликты, допустим, или конфликта вроде внешнего не было, да, а внутренно было что-то, огорчение какое-то, да, какое-то ожесточение. И очень хорошо, действительно, чтобы сердце наше не зачерствело, знаете ли, вот именно просить прощения. Черствость сердца нашего еще можно сравнить, и многие проповедники сравнивают его с таким как бы оледенением. Знаете, вот есть река, да, но когда мороз наступает сильный, оно как бы заледенеет, оно покрывается льдом, и толстым льдом. Помните, как старый этот рассказ этот, еще со школьной скамьи, думаю, все помнят, серая шейка, да? Когда, значит, там когда все уже, казалось бы, льдом покрылось, но она барахталась, она там плавала, плавала, и поэтому не давалось это, ну, как бы не замерзало это еще участочек воды. И вот мы, если, на самом деле, если мы не просто статично, да, стоим в христианстве нашем, а если мы шевелимся, мы предпринимаем что-то, то вот вокруг нас вода эта не замерзает. В нашем сердце есть проталина определенная такая. Но мы просим о Духе Святом, просим милости Божьей Духа Святого, чтобы Он оттаял наше сердце, растаял наше сердце. Вот, и лучше всего действует здесь прощение. Лучше всего. Лучше всего, когда мы просим прощения, мы как бы показываем, что мы ниже. Да, есть духовный закон. Если хочешь подняться, нужно унизиться на самом деле. Да, хочешь гриб собрать, грибы поднять, да, значит, там земли, ягодки, надо наклониться, да. Вот, и порой дерево, которое внешне красивое, да, но оно просто горделиво смотрит ввысь, без плодов, да, оно красиво, но без пользы. А другое дерево прямо к земле пригибается, да, от этих плодов, тяжелые ветки, допустим, да. Вот, и в нашем христианстве порой, знаете ли, порой мы поднимаемся как бы высоко, может быть, но порой это не очень хороший признак. Бывает, это от бесплодия даже. Вот, значит, гордость. А когда мы какие-то плоды реально приносим для Царства Божьего, так мы пригибаемся на самом деле. И тогда смиряемся. Действительно, это вот, ну, замечено уже многими поколениями христиан. Это как бы это уже опыт уже 2000-летней вот, христианской церкви. Примеров есть очень много, можно привести из жизни отцов, значит, церкви, древних отцов церкви. Вот сегодня утром я размышлял над словами там вот этого как раз Киприана Карфагенского. Он много учил о покаянии. Это лидер Северной Африки. Тогда. В Северной Африке тогда много было христиан. Это был христианский регион, просвещенный Евангелием тогда. Тогда еще не было Евангелия здесь, значит, Христова, на берегах Днепра, но там уже было просвещено Евангелием земля, и много людей покаялось, и Карфаген был один из центров тогда христианства. Это было через 200 лет после Иисуса. В то время было еще жестокое гонение порой, и христиан, наших братьев порой, там чернокожих этих братьев, бросали потехи ради на арену, на растерзание львам, тиграм. То есть, ну, очень не просто было порой христианам там, но церковь распространялась. И вот этот Киприан Карфагенский, о нем мало что известно, но есть его проповеди, есть его беседы некоторые, и вот есть его как раз о покаянии. Вот эти беседы и о покаянии, и о прощении как раз. И я размышлял над этим как раз. И знаете, над чем, что он писал? И он писал примерно следующее. То, что сегодня многие проповедники говорят в разных деноминациях, в разных конфессиях. Я это слышал и у баптистов, и у харизматов, и у пятидесятников, католиков. Очень разных христиан я слышал. Примерно одно и то же. Что еще Чарльз Спёрджен это тоже говорил. Его называют королем проповедников. В истории христианства был очень такой неутомимый проповедник Чарльз Спёрджен. И все они говорили то же самое примерно, что и Киприан Карфагенский во втором веке. Что церковь, в третьем столетии, извиняюсь, церковь непрестанно реформируется, церковь обновляется. Но еще мысль такая, что у Бога нет внуков, у Него есть дети.
что Киприан то же самое писал. Через 200 лет после Иисуса он говорил примерно то же самое, что наши отцы были верными, были возрожденными, были христианами, наполненными Духом Святым. Но вот мы, дети, как бы по инерции, как дети верующих родителей говорят, да, вот ДВР, допустим, проблемы. Порой в семьях бывает, дети верующих родителей, которые, может быть, думают, что с молоком матери уже христиане, как бы, и уже родились в христианских семьях, значит, уже христиане. Но нужно было каждому поколению пережить это спасение. В каждом поколении нужно пробуждение, и каждому нужно реально обрести это спасение, пережить и совершить в своей жизни. Слава Богу! И вот через 200 лет после Иисуса Киприан писал, что церковь остыла, потому что люди посчитали уже, что по инерции они уже христиане, потому что раз их отцы были уже христианами. Но с нами да не будет такого. И, конечно, о покаянии, друзья. Знаете, вот другой учитель покаяния, Ефрем Сирин, он говорил такие слова. Вот я часто вспоминаю эти слова тоже, и на проповедях часто. Что, представь, говорит, друг, у тебя горсть песка в руке, а пред тобой море. И вот ты бросаешь эту горсть песка, говорит, в море. И вот что для моря это горсть песка, вот то для милосердия Бога, говорит, все твои грехи. Но грехи твои еще меньше, чем эта горсть песка. А милосердие Бога еще больше, чем это море даже, говорит. Просто не держи это, а брось от себя, знаете ли. Оставь это, брось от себя. И тогда, то есть, Бог, Он приготовил все для спасения. Просто прими это, благодать эту прими, слава Иисусу. И, знаете, вот удивительно, но вот так же Иисус, уча нас о том, что мы должны, конечно же, прощать, Он приводил примеры некоторые. И один из примеров, думаю, многие из вас уже слышали много раз и читали о нем. Когда Иисус говорил, что вот должнику царь простил очень много, а тот не мог малое простить. По сравнению с тем, что Бог нам прощает, наши долги друг перед другом, они выглядят мизером. По сравнению с тем, что Бог нам прощает, как грешникам, да, Бог нам прощает и спасает нас. Любой долг, значит, к любому человеку, он выглядит просто мизером в сравнении. Но этот мизер сложно именно, казалось бы, ну, совершить, простить порой. Вот и о прощении, знаете, вот тоже я вспоминаю историю этой женщины, той немки, которая смогла простить бывшего фашиста, значит, который был в их женском концлагере. Значит, этот офицер, который издевался над женщинами. Ну, не то, что может... Ну, издевался, все равно издевался. Он был в этой команде, и все равно издевались, они убивали женщин этих. И у них там, знаете, как фабрика смерти. И, то есть жизнь ничего не стоила, значит, абсолютно, этих арестантов, этих заключенных. И так получилось, что в послевоенной Германии, а эта немка, она сидела в концлагере, потому что они там прятали евреев, значит, и тоже попали по эту статью. Раз выяснилось, раз поймали их, значит, кто-то уже их в концлагерь отправили. Ну, на смерть, по сути, верно. И у нее там еще в концлагере, я не помню точно, там кто-то погиб, кто-то из родни. То есть, значит, а сама она чудесным образом была спасена, как и другие некоторые женщины. И хотели уже убивать уже, следы замести, как бы убивать всех, но не успели. Потому что началось сильное наступление, и там американцы как раз ворвались на территорию уже лагеря, и эти женщины были спасены, короче. Союзники освободили их. И так вот, прошли годы уже какие-то, уже в послевоенной Германии, там уже все полным ходом восстанавливалось, это Западная Германия. И мы знаем, что некоторые там фашисты, они отсидели, допустим, в тюрьмах. Вот, и были отпущены. И вот один из таких отпущенных как раз на свободу был вот как раз тот самый офицер, вот, который работал там в концлагере. Он сидел там, ну, допустим, лет 10 или 15, я не знаю, сколько он сидел, значит, там. Вот, и потом он пришел на служение, где-то женщина как раз она свидетельствовала, значит, о чуде. И о прощении говорила как раз, вот самый интересный конфликт. Вот, но одно дело говорить, другое дело прощать, да, это теория и практика, вот, разные вещи. И вот я, когда об этом размышляю, я, ну, серьезно думаю, надо же, это действительно так, действительно, вот, порой теория, она знакома нам хорошо, но что до практики, это труд, это труд души, это очень, это подвиг души. И вот, когда тот офицер бывший подошел к ней, он рассказал ей свою историю, конечно, она его сразу вспомнила, вот.
и она там писала, что как будто бы война не закончилась, хотя прошло столько лет, значит, там после войны, как будто война не закончилась. Вот она опять видела себя в роли арестантки, как бы, значит, ну, стресс такой, представьте, на всю жизнь травмы, да, такие вот бывают, раны. Бывает, что ты уже даже и забыл, а потом какая-то ситуация возникает, да, каких-то людей видишь, или в какой-то обстановке оказался, и снова вспоминаются все эти обиды, какие-то огорчения. Это значит, что рана время не лечит. Это люди зря так говорят. Время не лечит, оно как бы, может, прячет, как бы, да, вот, замаскирует, закрывает, забрасывает листвой, но, как бы, время не лекарь, Бог лекарь. Бог лекарь, Бог спаситель, Бог он исцелитель, но не время и не человек, ни в коем разе. Никакие там тренинги не помогут человеку, значит, закопать это все. Оно все равно не так-то так выйдет из человека. Знаете ли, как бы себя человек не настраивал, знаете, как бы там не медитировал, не там, из себя не выходил. Значит, и этому очень много свидетельств. И вот тот офицер рассказал свою страшную историю такую о своей жизни, ну и прекрасную, потому что он покаялся. Там, значит, в этой тюрьме, где сидел он, там и сидели другие некоторые, вот эти вот как раз офицеры, значит, немецкие, фашистские. И он покаялся там через тюремного священника, американский этот капеллан, который проповедовал им, значит, кто-то слушал его, кто-то не слушал. Вот, но вот этот офицер, он покаялся, и Господь позволил ему выйти раньше даже срока, там, огромного, который был у него раньше, назначен трибуналом. Вот, значит, и вот его жизнь уже христианина. И он сказал этой женщине, что он специально нашел ее. Он-то и не помнил ее, конечно, потому что там он же не запоминал этих женщин, да? Вот, но она его запомнила. Потому что попробуй забудь, да? Если там человек такой, допустим, да, в форме. Вот, но она везде свидетельствовала просто, что она была в этом лагере. И поэтому он как бы, он уже там же работал как раз. И он говорит, ну, как бы, вот поэтому нашел ее, эту женщину. И нашел, и, значит, оказывается, он подошел с просьбой, это было после служения, после собрания уже церковного, он сказал, что он не может простить себя. То есть он как бы понимает, что Бог прощает, и теорию он понимает хорошо, но вот, вот проблема, что не могу себя самого простить. Вот как бы, принять прощение как бы до конца не может. И поэтому он решил к ней подойти, как христианке именно, как сестре, вот, и уже... И чтобы она простила его, вот, чтобы именно она сказала ему, что прощает его. Вот, я говорит, понимаю, что Бог не прощает, но говорит, ну, мне очень важно, чтобы вы это сказали, вот, как христианка. И вот та сестра, да, она, значит, сказала, что, ну, она не сказала ему, а написала потом в свидетельстве в этом, кто помнит, кто читал, что она написала, что она не может, она призналась самой себе, осознала, что нет сил у нее простить. Там у нее кто-то еще погиб, еще просто еще, значит, это болезнь переживалась очень. Вот. Ну и там каждый день смерть была. Знаете ли, люди умирали каждый день. Эти женщины погибали. Молодые и старые, разные женщины. И, значит, и, вот, и знаете, что она вот, понимала, что она не может простить, не может это сделать. Но она попросила у Бога. Она вот внутри, пока он вот, даже руку протянул, но она даже вот как одеревенела. Просто как, знаете, просто деревенела, не может простить, как парализовал ее страх этот какой-то, не страх, не прощение какое-то определенное. И знаете, что интересно, ну, не прощение жертвы, в смысле. И вот, что интересно, она взмолилась просто внутри и сказала, Иисус, помоги мне, пожалуйста, простить его, я сама не могу. Вот, она поняла, что как человек она, ну, банкрот в этом отношении, все. Да, и она попросила, Иисус, пожалуйста, помоги мне простить его, я не могу. И Иисус пришел. Иисус пришел, просто, знаете, как... Иисус приходит по-разному. Иисус приходит порой, мы порой ощущаем его очень так, знаете, как бы хорошо. Порой Иисус приходит, мы ощущаем его не очень хорошо. То есть как бы в нехорошем, допустим, ну, по-разному. Порой обличение, порой это ободрение, порой это исцеление, очень разное. Но порой вот это бывает так. Знаете, я прочел вот недавно, вот буквально вчера еще, ну, ночью это читал так вот, одну книжечку, так не дочитал еще ее. Интересно, попалась мне так в руки. Вот, знакомые мои ее порекомендовали. Называется очень необычно «Царство небесное между кухонной плитой и корзиной с бельем». Что-то такое вот. Ну, как бы, свидетельство одной женщины, многодетной мамы, как она вот воспитывает детей, значит, и как она вот переживает Бога в обычных вещах. Ну, потрясающе, как бы, такое, такие вот, как бы, свидетельства.
именно как она нашла и находит Бога, значит, вот в этих вещах, в прощении, в каждодневном там общении с детьми, в мытье посуды, значит, там, во всех делах бытовых, как бы, Царство Небесное у нее. Слава Богу, это хорошо, когда и на кухне Царство Небесное, и, значит, и везде-везде в доме, в отношении с мужем, с детьми, Царство Небесное, это хорошо. Ну так вот, я скажу, что в той истории Иисус пришел, знаете ли, вот, в прощение. Он пришел в прощение, и они смогли обняться, они смогли примириться. Эта женщина сказала ему, что она прощает его, хотя не могла перед этим и слово молвить. И они обнялись, знаете, вот плакали, говорит, вчерашний волк, да, как бы, получается, и вчерашняя овца, причем на заклане, получается, вот жертва, и они плакали, и вот Иисус был среди них. И знаете, что интересно, что вот я размышляю над тем, на той историей, я таких историй много уже знаю, как бы, значит, в разных, но это, наверное, для меня, ну, больше, как бы, так вот, была такая, ну, трогательная, наверное, потому что, знаете, Иисус, Он действительно любовь и прощение. Вообще, если одним словом Царство Божье вот как бы охарактеризовать, это прощение. А если одним словом ад охарактеризовать, это не прощение. Вот это очень будет емко и очень будет точно. Рай – это прощение. И там только прощенные, те, кто пережили прощение. И ад – это не прощение. И там те только, кто не пережили прощение в своей жизни, и не простили, и не прощены. Вот, и это очень, скажу, это очень страшно, конечно, и велико, с другой стороны. Вот, и я знаю, что прощение, оно делает чудеса в жизни и простых людей, и отдельных людей, и целых народов. Прощение делает большие чудеса. Вот, когда целые, есть обиды разные ведь, слушайте, есть обиды разные, есть обиды, допустим, личные, да, есть обиды семейные, когда не тебя лично обидели, но твою семью обидели. Ну, у нас, может, это не так сильно развито, но, допустим, в некоторых регионах, там, на Кавказе, допустим, есть еще понятие кровно, да, или в Корсике, так, вендетта, там, то есть, как бы, есть, ну, обязанность, как бы, мстить, но даже если без обязанности мстить, или даже у нас, если у славян это сильно не развито, то, как бы, вот такие, как бы далеко идущие, как бы, да, вот, планы мести, то все равно есть понятие, как бы, семейные обиды, да, к примеру, обидели твоего дитя, да, это же тебя тоже обидели, да, к примеру, кого-то из твоей семьи, да, ты понимаешь, что это тебя лично касается, вот, то есть это семейные обиды, да, их тоже порой очень тяжело пережить и простить, значит, там есть разные вещи, есть такие национальные обиды, да, их очень много, вспомним Йом Гичо, да, Давида. Вот об этом он очень четко говорит. И, наверное, лучше никого еще не слышал, как Йом Гичо говорит именно о национальной обиде. Это потрясающе. Я когда читал, и потом читал, а потом слушал проповедь эту в записи. Я говорю, я не мог просто, ну, спокойно слушать это. Потому что настолько из глубины было сказано. Вот. Дело в том, что корейцы, они всегда считались людьми второго сорта в Японии. Японцы презирали. И у японцев была, кажется, расовая такая вражда к корейцам. Хотя, вот, на мой взгляд, и те другие, как бы, ну, как узкие глаза, значит, как бы, вроде похожи, значит, у них, ну, как бы, ну, не знаю, ну, как, по-моему, так они очень близкие, значит, и, как бы, значит, как бы, что им враждовать-то, да? Маленькие народы, на островах живут, кушают примерно одно и то же, морепродукты всякие, значит, там, значит, да, то есть, ну, в принципе, ну, да, есть особенности, конечно, но не настолько, чтобы так вот, значит, враждовать так, что прям до смерти. А, оказывается, японские многие эти вот, национальные были такие интересы, именно полностью искоренить, вырезать буквально, поголовно, знаете, холокост всех корейцев. И, оказывается, японские императоры даже специально высаживали десанты в Корее много раз, чтобы именно полностью, тотально полностью истребить таких корейцев, как народ, как нацию. Вот не знаю, но бесы какие-то, есть какие-то, какой-то дьявол, да, который там у них там, свои там эти боги всякие, которые им такое накрутят, что не приведи Господь. Знаете, вот, и поэтому, а у корейцев был комплекс всегда, боязнь японца, боязнь самурая, вот, значит, и, как бы, знаете, вот, ну, тоже, как в армии наблюдал, допустим, тоже, да, у нас в полку в основном служили черные, то есть у нас очень мало славян было в полку, значит, и в основном были узбеки, таджики, там, я думал, раньше это все одно и то же, как бы, значит, они, кажется, между собой очень разные, к примеру, у нас были азербайджанцы, были, значит, таджики, значит, а были узбеки. Узбеки считали вторым сортом, как вот. Вот те почему-то их все время презирали, ну, в целом, считали их вот просто, как бы, вот,
ну, рабочий класс, как бы, значит, там, как бы, и объект для избиений, там, значит, унижений постоянно, как бы, значит, ну, как бы, то есть, хотя, по-моему, они на одно лицо. Я поначалу их не различал даже особенно. А потом, ну, присмотревшись, я уже понял, что они как бы разные на самом деле. Как бы, немного менталитет у них свой, там, как бы, свои особенности. Не то, что узбеки так плохие. Нет, просто они просто другие. Просто в этом народе какой-то другой менталитет. Как бы, ну, не знаю. Ну, вот я наблюдал такие вещи, да? И вот и Йонги Чо, интересно, что он сказал такие вещи. Когда он впервые был в Токио, в Японии, его пригласили. Он не был в Японии просто человеком, да, он был уже пастором, уже многотысячной церкви, уже человеком легенды был, живым легендой был, живой легендой. И его пригласили в Японию, там мало христиан, мало христианских церквей, но его пригласили на конференцию. Со всей Японии съехались христиане, но японцы очень дисциплинированы, как и многие азиаты, и пришло очень много людей, зал наполнился. Знаете, почему еще? Потому что многие пришли посмотреть на такую величину, как вот корейцы. Ну, как, ну что корейцы? Ну, корейцы. Да, да. Чурки. Ну, да, по ним это чурки, значит, да, как бы, значит, ну, так, грубо говоря, да. Но, то есть, они, как бы, генетически не любили корейцев всегда. Вот. Нет, ну, разные, конечно, люди есть, везде разные, да. Не все же, там, я думаю, конечно, японцы там ненавидели корейцев, безусловно. 100%. И не все корейцы были такие, значит, как бы... Кстати, у нас узбеков там не уважали очень сильно в полку, но у нас был один узбек, которого все уважали. Вот из всей команды этих узбеков, там их куча было, много очень, был один узбек, которого все уважали. Вот, кстати, он был сыном мулы. Он очень был такой, знаете, такой, ну, отличался, он чистый был все время, значит, опрятный, все, он все время был, ну, как бы, он другой был, как человек был. То есть он как бы по-другому относился, и к нему относились по-другому. То есть как бы в любом народе есть очень разные люди на самом деле. Но есть что-то такое национальное такое порой. И вот, и представьте, Йонги Чо проповедует, выходит, значит, на сцену, тысячная аудитория, японцы слушают южного корейца. Интересно, что же он скажет? И представляете, с чего он начал? Кто видел эту проповедь, запись эту услышал? Это было невероятно. Вот он молился Духу Святому. Мы знаем, что брат очень помазанный, и Дух Святой ему часто очень такие вещи говорит, скажу, необычные. И вот что интересно, Дух Святой сказал ему, скажи так, и он потом писал, что я весь вспотел, я боялся это сказать вообще, и тем более японцам такие вещи. Представьте, он вышел на кафедру и говорит, японцы, говорит, если бы вы знали, как я вас ненавижу. И весь зал вообще стих вообще. Наверное, самураи мечи уже приготовили наружу. Вот как бы, знаете, вот, зал вообще стих. Как бы все. Вау. Вот они что-что, а вот тут они ожидали. Знаете, даже их самурайская выдержка, как бы великий проповедник с мировым именем, да, ну понятно, кореец, значит, но вдруг признался сразу, прямо не то, что там как бы там, вот, Бог есть любовь, там все, как я вас ненавижу. И он дальше рассказал. Почему он это делает, почему он так сказал, вот, почему он так понимает, почему в его народе вот такой панический порой страх перед Японией, значит, перед японцами, значит, почему много поколений, потому что корейцы воспитывались в страхе перед японцами, значит, и он говорил об этих национальных проблемах, да, а потом сказал, много, хотя я вас ненавижу, но я прощаю вас. И говорит, я теперь люблю вас. И он даже объяснял, и в конце была молитва, и говорит, такое было присутствие Бога. Там, значит, скажу, самураи мечи свои сложили, короче, покаялись. Дух самурая был сломлен в тот день не атомной бомбой, как во время Второй мировой, не Фукусимой, знаете, как сейчас. Дух самурая был сломлен просто молитвой. Прощение. Просто прощением, да, прощением и молитвой. Вообще удивительно. Представьте себе, горделивые люди, которые в этой гордости даже не признаются самим себе, они сложили как бы свои духовные эти мечи неправильные. Слава Иисусу. Знаете, вот, и Йонги Чо приехал когда к себе в Корею, он привез не просто привет из Японии, а привез помазание с Японии, привез новое помазание свежее, привез прощение из Японии для корейцев, которые тоже нуждались в прощении. Вот как бы одна из иллюстраций. Покаяние и прощение делают великие, великие дела. Вот, но опять-таки, не все так хорошо, как бы бывает всегда в жизни. Бывает наоборот. Много примеров я знаю и плохих, когда непрощение производит страшное действие. И именно это непрощение, оно как убивает человека, отдельного грешника, так и целые семьи, так и целые народы даже.
непрощение порой оно приводит к очень страшным последствиям. Примеров здесь очень много может быть вообще. Вот, но для меня вот мой жизненный пример, когда вот именно, ну, то, что я в жизни пережил, как бы вот в таком большом, как бы, ну, как бы, иллюстрация для меня, это еще был Советский Союз тогда еще, но уже была перестройка что-то. Горбачев был у власти. Значит, была такая ситуация. Приезжала, кто может помнит эти моменты. Кстати, их потом повторяли их. Не знаю, как в Украине, но там в России повторяли потом раз или два еще. Значит, приезжала большая делегация с Германии. Тогда еще была ФРГ, ГДР, Западная Германия. ФРГ приезжала, большая делегация. Я не знаю, сколько их было там. Но то, что камера показывала, там, то, что, значит, на Красной площади, когда происходило все это, может, 1000, может, больше, я не знаю. Это приезжали пенсионеры уже, старики уже. Ветераны армии Вермахта, значит, многие из них сидели в концлагерях советских после войны уже, значит, уже и выжили, значит, из этого ада, как бы, значит, но это все приехавшие, это были, некоторые сидели в тюрьмах и лагерях, значит, американских, британских, вот, то есть, как бы, но все не воевали, они все воевали на Восточном или на Западном фронте, но не воевали, да? Значит, и они все были офицерами, солдатами, разных чинов. Там одно показали, бывший генерал, живой еще, значит, там дедушка такой, сухенький такой, маленький такой дедушка запомнился. Вот, что интересно, вот эти вот, значит, люди приехавшие, да, их много приехало. Они приехали просить прощения, молиться и просить прощения. И они были с разных конфессий, я так понял. Там особо не комментировали, но потом я уже как бы так догадался, как бы, что они с разных церквей. Но идея одна и та же у них была. Вот, попросить вместе прощения и примириться. Примириться. И там они говорили, что они каются за фашизм, за гитлеризм, каются. И, значит, но, к сожалению, Ленин в мавзолее все время это был. И, значит, и Сталин там же захоронен у Кремлевской стены. И у нас-то не было пока не в сталинизме. Понимаете, если у них там было пока не в гитлеризме, то у нас-то не было пока не в сталинизме. Как бы мы как бы о разных вещах совсем говорили. И показали вот этих ветеранов, старичков этих, дедушек этих, значит, знаете, вот они плакали. Ну, кого там показывали, по крайней мере, они плакали, значит, там на коленях стояли, вот, на Красной площади плакали. Вот, и, знаете, а потом в новостях же там показали, значит, камера показала от Союза ветеранов СССР, ветераны вышли. Это злоба такая, что просто было страшно смотреть. Гордость. Гордость, злоба такая. Нет им прощения, не простим. Они скандировали, не простим, не простим. Нет им прощения. Смерть фашистам, там что-то такое кричали. Дедушки, бабушки наши, значит, там. И там показали таких этих, каких-то генералов, значит, там все в орденах. Знаете, орденов много, а в голове пусто, видимо. В сердце пусто. Потому что, вот на самом деле, вот как бы, все это, вот, понимаете, без покаяния, да, без покаяния и без примирения, вот, и какое-то разрушение происходит, разрушение. И это был такой шанс, представляете, такой шанс был, большой шанс, они же там на самом правительственном высоком даже уровне, там Горбачева, там он встречал, значит, там делегации, там, значит, там все эти вот, как бы, первые лица государства, значит, там были расположены Германии, там, да, значит, там первые лица тогда из Бонна, значит, были расположены как раз к такой общей молитве. Ну, была попытка призыва такого к общей молитве совершить, чтобы и в Берлине, и, значит, и в Москве такое примирение, покаяние в гитлеризме, в сталинизме. Но, значит, хотя Горбачев тогда говорил, что Сталин там во многих вещах был неправ, нужно, но когда зашла речь о покаянии, он почему-то дал назад, как бы испугался, может быть, я не знаю, что, но, короче, отказался. Если немцы были готовы каяться еще раз, снова и снова за гитлеризм, то, значит, наши власти не хотели каяться за сталинизм, как бы, и не хотели прощать, хотя бы даже просто простить, хотя бы, да, просто простить, вот, и знаете, вот такие упущенные шансы, они играют очень страшную роль потом. Почему сейчас снова Советский Союз вот возрождается шаг за шагом? Потому что не было покаяния.
Знаете, потому что, почему я говорю сейчас не за Украину даже, а вот я говорю сейчас за Россию больше. Я сейчас нахожусь большей частью там, значит, и наблюдаю как бы изнутри эту политическую систему, и мне просто, ну, порой жутковато видеть на глазах буквально возрождающегося монстра. А почему это все происходит? Без покаяния, без прощения. Это можно все остановить, даже сейчас можно остановить. Даже сейчас. Каким образом? Есть только одно оружие. Это сверхъестественное оружие, Божье оружие. Это прощение, покаяние и прощение. И никакая политическая партия ничего не сможет сделать абсолютно. Есть духовные законы, которые политики, они думают, они как бы сами все решают, но над всеми политиками, над всеми царями, сердце царя вообще в руке Божьей. Все на самом деле решается на небе, по большому счету. Многие это не понимают, политики, думают, они сами зарабатывают, сами это все, значит, там, да, самодурствуют или что-то еще, но есть отчет перед Богом. В украинской конституции написано, есть ответственность перед Богом, да, что есть. Есть, это правда, это правильно сказано, это миллион раз правильно. Потому что есть, кроме ответственности перед поколениями людей, да, перед тем, кто сейчас живет, но это хорошо, да, есть ответ, да, определенно, но есть ответственность перед Богом. Ее нельзя забывать никогда. Что все, и большие, и малые, все, значит, и тот же самый Виктор Федорович, и все остальные, вся команда его, там, и самые низкие люди, самые богатые, известные, все. Однажды перед ним пристанем дать отчет за все то, что мы делали, живя в теле, добрые и легкое написано. Это страх Божий. И, конечно, когда мы совершаем покаяние, я хочу очень помолиться вместе с вами. Нас немного здесь собралось, но, знаете, у Гедеона был замысел победы. Но Бог сказал, вас слишком много для того, чтобы это все совершить. Он может через малое. Для чего совершить через малое? Чтобы ему великая слава досталась. Вот. И я убежден, что даже один из нас, он в состоянии очень много сделать. Помните, Илья был вообще в одиночестве долгое время. Да? Ему казалось, что он вообще один остался в Израиле. Ему казалось, что тогдашний вот иудаизм отступнический, на самом деле, и Ахав, и Изавель, все эти беззаконные деяния, весь Израиль фактически был в отступлении. И Илье казалось, что он один вообще остался верный еврей, все остальные уже все, уже отреклись от веры, отреклись от Бога и живут, значит, в этих валах, Астартах и прочее. Хотя Илья так думал, но он был не прав. Ну, в чем-то он был прав, конечно, он был один на передовой, как говорится, один на передовой, со связкой гранатом, с пулеметом, один. Но у Бога было еще приготовлено еще 7 тысяч тех, которые колен перед валом не склоняли. Он их не видел просто, он их не знал. И мы тоже не всех знаем. Мы не знаем, кого Бог приготовляет вообще, для каких сражений, в каких церквях есть какие люди, какие верные, какие помазанные. Мы не знаем всех, кого Бог сейчас приготовляет для великих побед. А однажды мы можем узнать, однажды можем увидеть этих братьев, сестер наших. Вот главное делать свою работу на своем участке фронта, да, а наш генералиссимус, он видит всю карту этого великого сражения, он видит все это. И он знает, кому-то нужно продержаться на этом отрезке, кому-то нужно идти там, допустим, слава Иисусу Христу. И в этом великом сражении, в великой битве, вот этого последнего времени, ключевым и самым важным является покаяние. Самое сильное, самое мощное, что можно сделать, это простить. И просить прощения у Бога, а покаянием очищать свое сердце, значит, и прощать других людей. Вот. И это самое, самое сильное оружие. Против этого оружия все бессильно. Враг бессилен против этого. Вот, тоже, не знаю, в эти дни Бог положил на сердце молиться часто за Юлию Владимировну. Вот, значит, я скажу, что это была не то, что моя молитва, вот Дух Святой молился очень сильно. Вот, и у меня только одна шла молитва, когда умом я молился, когда не духом уже, не в духе, не языками, а когда молился умом, то я говорил, Господь, дай не ожесточиться, дай выйти из темницы этой, но именно с прощением и с прощенным сердцем, с мягким сердцем, со смиренным сердцем, с христианским сердцем, вот тогда будет великое чудо. Знаете ли, там писали, помните, раньше писали, весна переможет, но зима запозднилась, зима задержалась, и как бы как спящая царевна, знаете, вот в гробу хрустальном сейчас. Но есть чудо от Бога, я верю, есть чудеса от Божьи. Бог может через нее, через кого-то еще других людей просто вот нынешнее безумие в Украине остановить. Но опять-таки это, вот, тоже размышляли в эти дни тоже о налоговой политике, то есть это, ну, это как бы просто
бандитизм как бы узаконенный. Это, ну, то есть, но опять-таки, по политическим методам можно действовать, да, различными, хотя сейчас очень сложно это сделать уже, почти невозможно вот, на данный момент. Но есть у нас мощное оружие, которое ни один враг не может забрать у нас никак. Враг не может у нас забрать это мощное оружие, которое есть молитва и покаяние, прощение, примирение. Знаете, и это очень мощное оружие, действительно. Когда в Англии политологи прогнозировали уже революцию, когда Энгельс говорил, что с Англии начнется волна мировой революции, когда там страсти теперь такие, что низы уже все не желали жить по-старому, верхи уже не могли править по-старому, и как бы... И богатым, и бедным было понятно, что к чему катится Англия. Да? Я об этом рассказывал уже не раз уже как-то. Пример пробуждения в Англии. Когда пробуждение, даже согласно светским политологам и специалистам, значит, знаете ли, тем, которые далеки от религии, далеки от веры, как бы, от христианства, но даже неверующие признают, что именно вот это христианское движение, пробуждение в Англии, оно остановило катастрофу, которой Англия катилась тогда. И знаете, что произошло? Низы, то есть простое население уже просто-напросто деградировалось фактически. Вот, люди просто знали только лишь одно развлечение, там, да, ну, пьянка, мордобой и футбол. Вот как бы больше как бы хлеба и зрелищ, вот как бы народ в чем жил, в нищете. Выбраться из нищеты было почти невозможно, вообще почти невозможно. Вот, это отдельный случай. И определенная прослойка, группа населения, часть населения, да, меньшинство владели всем богатством Англии. Вот, то есть богатые богатели, сказочно разбогатели, но основная масса населения, больше 90% населения, просто жили, ну, нищете просто. Вот, и как бы и кроме пьянки, мордобои, вот, значит, футбол у них в Англии, особенно в этих шахтерских регионах, вообще ничего не было больше светло. Вообще все. Все, что было разворовать, разворовали уже. Вот, значит, как бы и для женщин только лишь одна была перспектива — проституция, значит, зарабатывание на жизнь, как бы, а для мужчин только криминал, и что-то своровать, тащить, значит, и вот, в принципе, все. Вот, и эта викторианская эпоха закончилась так бесславно, что это просто диву даешься. А знаете, почему закончилась бесславно? Тоже это не просто так. Через оккультизм. Через оккультизм Великая Британия, Великая Империя скатилась, деградировала вот на такой уровень. Через оккультизм. Страшно, конечно. Не приведи Господь. И знаете, что произошло? Когда, но была группа верующих. Вот в Англии были группы такие небольшие верующие, которые молились за свой народ, молились за Англию, молились, видели, куда катится былая Великая Империя, в какой ужас. И понятное дело, что рано или поздно эта революция закончилась бы. Вот эта несправедливость классовая и вообще как бы все, что тогда проводилось властями, было нездоровым совершенно. Ни налоговая политика, ни прочее. И вот что в момент самой кризисной группы христиан молились, их было немного, этих христиан, посвященных Богу в Англии тогда, к сожалению. Хотя большинство населения себя считало христианами, подавляющее большинство. Ну так получилось. Но... Потому что они хотя вышли с католицизма, но это англиканская церковь, она такая же, как католическая, в принципе, тот же педобаптизм, крещение младенцев, значит, тоже все, как бы люди, понимаете, они жили по традиции. И вот началось пробуждение. Значит, когда началось пробуждение духовное, люди каялись. Кстати, представьте себе, вот сейчас еще готовится Евро, да, значит, 12, значит, стадионы готовятся к приему спортсменов, значит, там и посетителей, там все готово. А представьте, если отменяется 12. Не потому, что сказали где-то в Европе или где-то еще, нет, а потому, что Бог скажет. А потому, что вместо этого, значит, футбольных матчей люди стадионы будут забивать от присутствия Бога. Люди будут бежать именно к Богу. И говорит: Господь, помилуй нас, прости нас. Это сейчас нам гораздо важнее, чем 12, чем именно футбольные матчи. Нам это важнее, вот реально, это важнее. Враг пытается отвлечь людей вот такими шоу, такими зрелищами сейчас. Наплывом иностранцев, значит, передвижениями больших масс, значит, там, из города в город, значит, туда и сюда, значит, знаете ли, как будто эти передвижения, что-то хорошее произойдет. Как правило, ничего хорошего. Ну да, деньги какие-то появятся, конечно, безусловно. Потоки валюты, значит, но опять-таки, важнейшее, чем деньги, сегодня в Украине нужно просто покаяние, действительно покаяние, примирение, Бог нужен, Бог нужен. И, знаете, очень хочется, чтобы здесь на берегах Днепра, чтобы люди славили Иисуса Христа и устами, и в жизни своей.
славили Иисуса Христа, Господа Бога Спасителя. Вот, и, конечно, в Англии, когда началось пробуждение, англичане были фанатами футбола вообще, яркими фанатами. Ну, и до сих пор многие остаются фанатами футбола. Но знаете, что Бог совершил? Что футбольным матчем, чемпионат даже, отменялись. Не потому что, а потому что билеты не раскупались вообще. Полностью. Люди отказывались идти на стадион, на футбольный матч, потому что людям было интереснее в эти дни быть в собрании, в служении. Каждодневное собрание, какие-то служения по всему Уэльсу и по другим районам, регионам шахтерским. Большое пробуждение. Люди каялись, освобождались. Пишут много об этом пробуждении христиане, историки христианские и светские. По светским газетам мы знаем, что пришлось в этих шахтерских регионах животных поменять, которые использовались на шахтах. Потому что они отказывались работать, они не понимали, что от них требуют. Потому что шахтеры перестали ругаться, перестали, значит, материться, значит, и животные привыкли с матом работать только. Ну, то есть, ну, они бы так были воспитаны. Переучивать их было невозможно, поэтому пришлось заменить на других животных, значит. Представьте себе, да? И, значит, в этих пабах, там, значит, люди сидели, там, драки постоянно, там, что мордобой, значит. Здесь его не видели, поют гимны, молятся Богу с Библией в руках, значит, да. Значит, те, кто еще не освободились от алкогольной зависимости, еще ходили еще, но уже там уже не было такого, что уже и подраться не с кем, уже как бы и... Вот, значит, на улицах маленьких городов люди могли безопасно пройти вечером. Раньше это было невозможно вообще. Вот, ограбят как минимум, и забьют, значит, изнасилуют, значит, там, а то и подрежут, значит. То есть вот это было обычным таким. Вечером там все, народ вымирал, все сидели по домам, порядочные, нормальные люди, такие оставались там. Вот, значит, ну, не говоря про Лондон, конечно, ну, вот таких провинциальных городишках, особенно шахтерских, там вообще беспредел был просто. Так что Уэльс порожняк не гонит тоже. И вот такое было там, и получилось пробуждение. Вместо проклятия пришло благословение и прощение. Вот эти группы людей, да, христиан посвященных, они стали молиться, они стали ходатайствовать. Бог помазал ходатайством. И каяться в грехах своих лично, прощать все малейшие обиды какие-то там, всех обидчиков прощать, просить прощения. И вот через эти вещи Бог начал действовать очень сильно. И когда пришел Дух Святой, Он обличил очень многих о грехе, люди стали каяться, молиться. Это вначале повлияло на низы, но это очень сильно впечатлило работодателей. Очень сильно впечатлило олигархов тогдашних британских. Очень сильно, потому что богатые тоже плачут, знаете. И не только в мексиканских сериалах. Просто у них другие слезы, и как бы у них, у публичных людей другие отношения. Вот, но если с ними кто когда пересекался, то понимаешь, что это у них другой плач. И порой побольше нашего. Но есть гламурная обложка такая, да, значит, но есть нутро. Кстати, даже по данным статистики, среди как раз вот именно, значит, миллионеров самый большой процент, самая большая группа риска самоубийств, самый большой процент самоубийств, значит, совершается. Значит, наркозависимых, значит, самоубийств, самый большой процент. Вот, значит, среди всех других категорий граждан, значит, нет такого большого процента, как среди вот от миллиона и выше, кто, значит, зарабатывает. Вот такие интересные вещи, да. И выход есть лишь один. Начать что-то прощать, начать что-то делать для других людей. Значит, тот же самый Билл Гейтс, там другие эти, да, богатые люди мира сейчас, да, значит, они даже если кто и неверующий, они понимают эти уже законы, что не только для себя, надо для других людей. И вот в прошлом, позапрошлом годах, когда вот мир был просто удивлен таким как бы массовой такой благотворительностью, когда десятки миллиардов долларов, значит, были пожертвованы без всякого, безвозмездно, значит, в разные фонды, значит, на, ну, как бы, что побуждает порой богатых расставаться со своим богатством, большим очень богатством. Вот, удивительно, да? Я считаю, что это и есть тоже покаяние. Порой деньгами можно сказать больше даже, чем словами. Порой поступком можно громче даже, чем криком даже сказать, каким-то поступком. Вот, и помните, когда Захей каялся, да, он сказал, что я кому чем должен, верну четверо. Он обещал отдать половину имения нищим. Иисус сказал, что это дитё Авраама. Вот настоящий еврей, вот настоящий дитё Авраама. Вот, не просто он по крови такой, да, не просто мама, папа у него еврей, не просто он вырос, да, а он действительно дитё Авраама. Он поступает как сам Авраам. Он идет по пути отца своего, по вере.
Слава Иисусу. И мы дети Авраама, друзья, мы дети Авраама. Если мы идем по пути, по стопам веры Отца нашего. Слава Богу. Да, друзья. И Господь помиловал тогда Англию. И призрак коммунизма, который бродил по Европе, он не смог найти себе пристанище. В Англии уже было нашел, но ничего не получилось у него тогда там в Англии. Но он нашел другое пристанище себе. Он нашел место безводное, безлюдное. Хотя у нас тоже была возможность покаяния и примирения и пробуждения 100 лет назад, когда в Петербурге свыше 150 тысяч рабочих официально зарегистрировалось на Великом Шествии молитвы покаяния к дворцу императора. Многие взяли с собой жен, своих детей, плюс еще порядка 3000 эсеров и прочих революционно настроенных рабочих примкнуло к этому шествию. То есть, ну, можно смело говорить о 200 тысячах. По тем временам это, даже сейчас это впечатляет. В истории Российской империи не было никогда такого огромного шествия. И люди празднично оделись, взяли транспаранты, взяли портреты императора, значит, патриотические лозунги, взяли хоругви, кресты, иконы с храмов после службы. Это были дни Рождества, значит, и они, это был воскресный день, 9 января. И они шли, значит, на площадь для молитвы покаяния. Это шествие было официально одобрено властями, министром внутренних дел. Маршрут был очерчен, была выделена полиция для сопровождения такой невероятно большой колонны демонстрантов. Значит, там как бы. И в завершении этого шествия предполагалась молитва за Россию, молитва покаяния, примирения. Царь пообещал быть, выйти, но я не буду всю эту страшную историю рассказывать, скажу лишь, что дьявол, бесы восторжествовали. Не было покаяния, царь уехал, тайно приказал штандарт оставить, вот, как будто бы он там присутствовал, обман был, его там не было на самом деле. Накануне ночью, по покровам ночи, были вызваны войска карательные, знаете ли, которым выдали патроны и водку, казаки были поставлены в ограждение на конях, и был приказ стрелять, расстрелять толпу эту. Когда шествие, люди не подозревали, люди шли, пели рождественские песни, значит, и подошли, когда к царскому дворцу, их вдруг встретила армия. Конечно, полицейские тоже были удивлены, их не предупреждали, что это была тайная операция царя Николая II, поэтому даже власти городские были не в курсе. Офицеры полиции выехали вперед и вышли вперед для разговора с армейскими офицерами, что случилось, потому что это официально одобренное шествие, и сам царь обещал быть. Вот, то армия вместо разговоров открыла огонь на поражение. Десятки офицеров полиции погибли, жандармы погибли многие, потому что армия стреляла по всем, по жандармам, по этим офицерам, вышедшим вперед на разговор. Значит, это были бесы конкретно. Армия стреляла по полиции, армия стреляла по народу. Началась давка по детям, старикам, женщинам, грудным. Просто бой началась. Потом шашками наголо карательный отряд казаков выслал и рубили всех подряд, значит, мирное население. Даже эсеры и революционеры, там порядка 3000 присоединилось. Но накануне был съезд партии эсеров, они были самые крупные из революционно настроенных рабочих. И больше было сочувствия им тогда, значит, то, значит, было принято решение, раз это мирная демонстрация и христианская, но они взяли с собой революционные лозунги, чтобы где-то там вкрапления сделать свои там флаги, вот, но никакого оружия, ни ножей, ни холодного оружия, ни огнестрельного, никакого оружия, потому что это, чтобы не было ни провокаций, ничего, значит, никаких, было строго, да, да. Можно дополнить? Да. Царя просто дезинформировали, и к информации данной полиции он не прислушался абсолютно. Прислушался то, что ему, ну, говорили приближенные. Говорили приближенные. СССР тогда были мирной организацией, они хотели просто донести проблемы рабочих. Ну да, но там и были. Все. А потом они это взяли на вооружение и спровоцировали уже. Это была искра революции. И царь просто-напросто, он слушал и окружение одно, а второе слушал бесов. Он был одержим очень серьезно в то время. Значит, отдать неадекватный такой указ, стрелять по своему же населению, по полиции расстрелять, значит, это было... Министр внутренних дел тогда, он, значит, просто был, ну, царем поругался, потому что, ну, это
невероятно было, значит, ужасным событием. Тем более были иностранные журналисты. Никто не предполагал, что будет бойня на глазах у всей Европы, значит, своего же народа. И, значит, и царь был одержим тогда бесами. Почему? Потому что его правление началось именно с Николая II, с последнего русского царя, со спиритического сеанса. Об этом мало может кто знает еще, но когда он был только еще цесаревичем, его отец скоропостижно скончался, и, значит, он не оставил даже завещания, то во дворец был вызван, значит, этот тогдашний сатанист, доктор Пайнос, тот, кто был консультантом австро-венгерских и германских дворов, значит, царских по спиритизму, по магии. И его невеста Николая II, Алиса, она же Александра Федоровна, она, значит, была с детства вовлечена в оккультную магию, практику магии, там в Дармштадте. И, значит, и поэтому, значит, трагедия, спиритизм среди высокопоставленных людей, он имеет очень страшные последствия. Если, допустим, простой человек, да, например, простой рабочий будет заниматься спиритизмом, это повлияет на него, на его семью, конечно, да, это проклятие принесет в его род, но это на уровне страны, это, да, тоже это, конечно, испортит кровь, как бы, значит, да, но это не таким образом повлияет, как, допустим, спиритизм президента, допустим, да, вот, спиритизм царя, даже, и чем больше самодержавнее власть, тем, чем больше вертикаль выстроена власти, тем больше проклятие вышестоящих, оно волной сходит на нижестоящих. Если, допустим, принципы демократии какие-то есть, да, там, и органы работают демократические в обществе, тогда это не так может явно, хотя тоже последствия могут быть плачевными, потому что законотворчество в руках спиритистов, это, ну, это ничего доброго не предвещает, для христиан, по крайней мере, и для общества. Вот, и вот, ну, я сейчас о чем, что была возможность, я в контексте чего хочу это рассказать, что была возможность покаяния, примирения, но не произошло покаяние, не произошло примирение, и вместо этого началась революция, вместо реформации началась революция. И сегодня, почему я это хочу все рассказать вам и рассказываю, потому что нам нужно осознать важность, ответственность сейчас этой вот сегодняшней молитвы. Давайте простим от сердца всем, кому мы должны и кто должен нам, кого мы обидели и кто нас обидел. Это очень важно сделать, не иметь сердца ни против тех, ни против тех. Со своей стороны просить прощения. Просить прощения. Сейчас, понятное дело, что для большинства нет здесь обидчиков наших, да? Но, значит, есть возможность простить сейчас здесь, а при возможности, значит, простить и лично человека. Это очень важно. С небольших таких прощений, знаете, рождается большое прощение. С небольших таких побед рождается большая победа. Вот как, допустим, большой, допустим, да, какой-то бизнес, он начинается с маленьких таких, да. Вот я недавно смотрел программу интересную, вот этот кетчуп, это я все время покупаю, это Хайнц-то, значит, про этого самого мистера Хайнца посмотрел программу. Кто же он такой? Оказывается, был верующий, брат наш во Христе был, оказывается. Думаю, то, что у него такой хороший кетчуп такой. Это не реклама кетчупа, но... Да, это очень хорошо. Да, но кетчуп, на самом деле, хороший, мне понравился он. И, значит, и оказывается, основатель этой фирмы в 19 веке, он был христианин, методист, значит, и вот воспитанный, сам выходец из Германии, жил в Америке, и вот он экспериментировал с этими кетчупами, брал домашние всякие рецепты, всякие, значит, и вот начинал с небольшого. Допустим, они вечером, ночью делают, да, а утром он разносит, значит, там продает, значит, да, зарабатывает первые свои доллары, потом, значит, вкладывает дальше, вот, грядку какую-то свою там днем проводит там, значит, вечером эти кетчупы делают. Вот, и скажу, что вот, вот так же, как у него получилось потом, значит, постепенно-постепенно подняться и стать потом первым лицом по, значит, кетчупу в США, одно время даже и в мире, значит, то, значит, вот так же постепенно, значит, скажу так, что Господь дает нам из маленьких таких прощений, да, из маленьких таких побед, как будто бы, как прибыток какой-то, да, потом большие победы. Слава Иисусу. Вот да, и... говорит, чтобы мы, когда будем молиться, да, чтобы мы молили, что три силы в основном участвуют. Это священники, реформаторская церковь, в Духе Святом, живого Бога, здравомыслящие священники. Далее правители и народ. Вот три силы. Священники, церковь, правители и народ. Слава Богу. Значит, смотрите, немцы покаялись, Германия процветает. Наши правители гордые, генералы, значит, все с презрением. Далее, Западная Украина. Западная Украина, СС Галичина, Шухевич, там Бандера, все это, они же покаяние не,
не сложили, так сказать, они не покаялись. Антисемитизм? Да, антисемитизм очень большой. И Западная Украина бедствует. Так? Россия, значит, немцы, те немцы, которые приезжали, они представляли не только вермахт, но и конфессии. Они представляли правительство народ, и Германии, народ. Да. Поэтому в нашей молитве давайте мы будем тоже молиться за то, чтобы три силы верхи, правительства, правители, церковь реформированная, здравомыслящая в Духе Святом и народ. Вот чтобы три силы каялись. Слава Богу. Да, помолимся тоже за покаяние правителей. И по поводу спиритизма, народа. Юлия Владимировна всю свою деятельность основывала на спиритизме. Она пользовалась черным магом Юрием Лонго, он сейчас умер. Страшно. Она не только им пользовалась, спиритизмом и черными магами. Но, к сожалению, спиритизм и магия, они хоронят хорошее, что есть у нас и политика. Поэтому нужно молиться, чтобы не было контроля этого. Вот. То же самое, что было, допустим, ну это уже не для прессы, там, допустим, что было тогда в Киеве, допустим. Вот тоже магия очень сильно повлияла. И христианская церковь, к сожалению, в дни революции оранжевой, значит, оказалась не на высоте. К сожалению, не пошли дальше, не пошли. Все как бы добились уже своего, вроде как уже Бог пришел, благословил, все хорошо. А после большой победы самое большое поражение наступило. Потому что церковь расслабилась. А на самом деле, после больших побед, как раз нужно самое большое вооружение. И, как раз самая начинается серьезная битва. Сразу после больших побед. А многие восприняли так, раз большая победа, значит, можно теперь расслабиться на ближайшие годы, по крайней мере, точно. А пока христиане проспали, расслабились, враг не дремал. И своих людей левелосы посеял тут же. Вот что страшно, конечно. Но это уже... Поэтому будем молиться, каяться и, добиваясь каких-то побед в духовной сфере, не отступать, а двигаться дальше. Дальше, дальше, можно? Дальше. Я прошу очень, сестры, немножко уточнение. Почему Западная Украина страдает? Страдает, не покаялись. За преступления УПА, Бендера, Шухевича. Дальше. Западная Украина не видит покаяния. Они ждут свободы. Но Восточная Украина страдает из-за коммунизма. Давайте послухаем проповеди, будем уважать епископа, послухаем проповеди, а потом сядемо и просто обговорим. Вопрос, да. Давайте помолимся сейчас, давайте встанем. Помолимся, да. Вот, и страстей много, но покаянием как раз это все снимается, и это очень важно. Господь Святой, Боже наш, благодарим Тебя, Господь, за день прощения. Боже, сегодня день не прощения, но день прощения. Сегодня день не проклятия, но благословения. Сегодня день, Господь, не ожесточения, но, Господь Боже, примирения. Боже, и Господь, Твоего елея святого, Боже, на наши сердца, Господь, сейчас. Бог, благослови, Святой Израилев. Боже, благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Святой. Благослови, Господь, Боже, как, Боже, действительно... христиан, молящихся, Господь, прощающих, Боже, я прошу Тебя, Дух Святой, сейчас напомни, Господь, каждому из нас, Боже, в чем, Господь, в нашу жизнь были обиды, Господь, посеянные какие-то огорчения, Боже, помоги нам, Господь, простить врагов наших, Господь, помоги простить, Господь, тех, кто, Господь, действительно что-то против нас совершил, но самое важное, Господь, принять от Тебя прощение, Боже всемогущий, благослови, Господь. Давайте скажем такие слова сейчас. Отец Небесный, Бог Святой, во имя Иисуса Христа, прости меня. Я верую в Тебя, в кровь святую, пролитую на Голгофском кресте, за меня и за всех нас. Иисус Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня грешного. Благодарю Тебя, Господь, за милость Твою, благодать Твою. И я прощаю Твоим великим именем всех. Как Ты простил меня, я прощаю людей, кто должен против меня. Кто сделал против меня что-то, прощаю во имя Иисуса Христа.
Благодарю Тебя, Господь, за прощенное воскресенье, за воскресенье Твое в моей жизни, в моей семье, в стране, во всем этом мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, благослови наших братьев и сестер, Господь. Я прошу Тебя за всех присутствующих сейчас здесь. Прошу, Господь Боже, за тех, кто не смог быть сегодня здесь, Господь. За наших священнослужителей, Господь. За весь народ, Господь, Боже. Боже, за всех членов церкви, прихожан, Господь. Молю Тебя, Боже всемогущий. Пусть, Господь, в наших сердцах не будет черствости, ожесточения. Пусть, Господь, наши сердца будет покаяние, Господь. Пусть, Господь, нашей жизни, каждого из нас, христианской нашей жизни, будет, Господь, быстрое покаяние, Господь. Не дай солнцу, Господь, зайти в гневе нашем, Боже, в грехах наших. Господь, всемогущий, прошу Тебя, Господь, и вечером, и, Господь, каждый вечером, на ночь, ложась спать, Боже, напоминай Дух Святой, Господь, нам о покаянии, о примирении, Господь, о прощении. Боже всемогущий, пробуждаясь утром, помоги, Господь, пробуждаться и с прощением пробуждаться уже, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, пусть, Господь, наши эти победы в нашей личной жизни христианской, Господь, Боже, в наших семьях, с нашими детьми, с нашими женами, мужьями, Господь, с нашими внуками, у кого внуки, у кого с родителями, Господь, во имя Иисуса Христа, пусть это, Господь, действительно, эти победы, они складываются в одну великую победу, Господь, Боже. Пусть царство тьмы, Господь, будет повержено во прах во имя Иисуса Христа. Боже всемогущий, под ногами нашими, Ты говорил нам, что, Господь, на змеи скорпионов и всю силу вражью будут наступать те, кто несут Слово Твое, Господь, те, которые служат имени Твоему Святому, Господь. И мы несем Слово Твое погибающему миру, Господь. Мы говорим о Твоей любви, Святой, Боже, и потому наступаем смело и на змеи скорпионов и всю силу вражью, и ничто не повреждает нам. Бог всемогущий, слава Тебе! Боже всемогущий, благослови нас, Господь, в этой молитве. Боже, пошли сегодня пробуждение нашей земле, Господь. Пошли сегодня пробуждение, Господь, в Украине. Пошли пробуждение сегодня в Киеве, Господь, здесь. Боже всемогущий, в столице. Боже, пусть, Господь, на улицах и площадях, Господь, будет прославляемо имя Иисуса Христа. Господь, и сердцами, и устами. Господь, пусть люди прославляют Тебя, говорят «Слава Иисусу Христу». Пусть, Господь, звучит это святое исповедание, Господь. Пусть звучит хвала Тебе, Господь, на улицах и площадях города, Господь, в домах, Боже, в квартирах. Боже всемогущий, пусть, Господь, Боже, придет Твое пробуждение, да, Господь, и дай церкви действительно, Боже, не останавливаться на достигнутых этапах, Господи, но дай, Господь, действительно целомудрие, Боже. Дай покаяние, Господь, сильным века сего, Боже, олигархам, богатым людям, Господь. Дай покаяние бедным людям, Господь. Дай покаяние, Господь, Божьим властям и их подчиненным. Дай, Господь, покаяние работодателям и рабочим. Дай покаяние, Господь, Боже, всем нам, и мужчинам, и женщинам, Господь. Дай покаяние, Господь, украинцам, Боже. Дай покаяние, Господь, русским и всем народам, татарам, другим, кто живет, Господь, в Украине, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, Господи, благослови, Господь, всемогущий. Благослови, Господь. Благословен Ты, Царь Вселенной, Владыка наш Господь. Боже, пусть, Господь, покаяние за коммунизм, Господь, за антисемитизм, за многие эти мерзости, что были в нашей земле, Боже, оно будет, Господь, в нашей жизни. Боже, я прошу Тебя, Господь, пусть придет покаяние к тем, кто, Господь, действительно, Боже, сейчас, Боже, действительно, Боже, взывает Тебе, даже в этом городе, в других городах, в селах, Господь, те, которые просят у Тебя прощения, Господь, но не могут, Господь, сейчас, Боже, казалось бы, обрести его, пусть они найдут в Тебе прощение, Господь, пусть найдут Тебе, Господь, новую жизнь, Господь, и как Ты помог той женщине, Господь, простить, Боже, помоги, Господь, людям сегодня, помоги нам, Господь, сегодня простить, действительно, Господь, быть в прощении, Боже всемогущий. Потому как та женщина призналась Тебе, Господь, что она не может простить, Боже, и мы признаемся Тебе, Господь, что мы люди, и Господь, и нам, Боже, действительно, старой природе нашей, которую нужно распинать, не свойственно прощать, не свойственно смиряться, Господь всемогущий, но Бог всемогущий, это свойственно Тебе, Господь, и нашей новой природе в Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, пусть Твоя воля исполняется в наших судьбах, Боже, благослови, Господь. Благослови, Господь, благослови. Благодать Твоя да пребудет с нами, Господь. Боже наш, слава Тебе и хвала, Господь.
за Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим за воскресенье твое, за победу твою, за Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим за воскресенье твое, за победу твою. Благодарим тебя, Иисус. Благодарим тебя, Иисус. Благодарим тебя, Иисус. За все мы благодарим, за все мы благодарим. За Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. За воскресенье твое, за победу твою. Благодарим тебя, Иисус. Спасибо тебе, Господь, благодаря крови святой, благодаря голгофским твоим страданиям, Господь, мы имеем жизнь вечную. Благодаря твоему прощению, Господь, открылись врата неба. Благодаря твоей милости, Господь, открылась нам новая жизнь. Благодаря твоей любви, Господь, всемогущий, твоему милосердию, Боже, мы спасены. И это не от нас, это твой дар, Божий дар. Спасибо, Господь. И пусть, Господь, в сердцах наших будет прощение. И пусть каждый из нас, Господь, каждый христианин Божий будет готов прощать очень быстро, будет скор на прощение. Во имя Иисуса Христа, Боже всемогущий, пусть в нашей жизни будет победа всегда, каждодневная победа, Господь, в этом каждодневном сражении христианском, Господь. Боже всемогущий, благослови в наших семьях быть в прощении, Господь, примиряться, быть в прощении мужьям и женам, детям и родителям. Бог всемогущий, быть в прощении, Господь, примирение. Боже всемогущий, благослови. И в этот день, Господь, когда даже неверующие люди, но вспоминают о прощении, о том, что надо простить и надо прощать, Боже всемогущий, и надо принимать прощение. Боже всемогущий, пусть сегодня миллионы душ здесь, в Киеве, области Киевской, во всей Украине, Боже, пусть будут затронуты Духом Твоим Святым, Господь. Все люди, кто слышит с экрана телевизора, может быть, радио, просто на улице, или в календаре своем прочитают, или услышат от кого-то, что есть прощенное воскресенье, пусть сегодня Твоим Духом Святым будут затронуты, Господь. Дай многим-многим душам смириться, Господь, сегодня, искать Тебя, просить прощения. Я прошу Тебя, Господь всемогущий, приди сегодняшним днем, вечером, ночью предстоящей, во сне или наяву ли, но приди, Господь, к людям и скажи о прощении. Скажи о своей любви, Господь. Приди к богатым, приди к бедным, приди к мужчинам и женщинам. Приди, Господь, к имеющим власть и ничего не имеющим. Приди, Господь, к очень разным людям, Господь, в разных конфессиях, Господь всемогущий, и пусть имя Иисуса воссияет, Господь, в прощении, в примирении. Боже всемогущий, и много было сказано сегодня, Господь Божий, о покаянии даже национальном, не только личном,
семейном, но даже национальном, государственном покаянии, Боже, прощение государственном и национальном, и непрощение государственном и национальном, непрощение семейном, непрощение личном, и прощение личном, прощение семейном. Бог всемогущий, все в Твоих руках, Господь, сейчас, Боже, мы даемся в Твои руки, Господь, и просим Тебя, Боже, пошли благодать Свою на нашу землю, Господь, пошли свое прощение, Господь, Боже, осознание, покаяние, Господь, и прощение, Боже, осознание греховности, святости Твоей, Господь, милости Твоей, покаяние в грехах и прощение от Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Отец, я прошу Тебя еще так же, Бог наш, сущий на небесах, за всех нас собравшихся, кто пришел сейчас, Господь, наших священников, Господь Божий, и тех, кто нет, кого нет сейчас с нами, за наших деканов, священников, Господь, трудящихся в разных регионах, Господь, сегодняшним днем воскресным, Бог, прошу, прикоснись к ним, Господь, благослови их, утеши их во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, мою поездку в Харьков. Аминь. Благослови, Господь, Романа, Господь, диакона нашего там, Господь. Благослови братьев, сестер всех, Боже. Пусть, Господь, рождающаяся церковь там, в Харькове, Боже, она будет благословлена Тобой. Господь, когда-то Харьков был и столицей даже, Господь, Боже. И когда-то в Харькове там, Господь, на Холодной горе, Боже, Григорий Савич, Господь, Боже, Твой слуга, Господь, и философ, Боже. Он, Господь, последние дни свои проводил, Господь. Но прошу Тебя, Боже, пошли свое пробуждение сегодня туда, Господь. Свою милость окажи этому городу великому, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть, Господь, и Роман, и другие братья и сестры будут благословенны в этом труде, Господь, на ниве Твоей. Аминь.